Все начнется с крушения самолета в декабре этого года, и начнется ужас. Время от времени появляются сообщения от так называемых путешественников во времени. Они заявляют, что прибыли из будущего и рассказывают о том, что ждет жителей нашей планеты. Прогнозы пугающие, но сомнительные. Давайте узнаем о этих прогнозах. Darkness Time Travel из 2858 года. 16 августа на сайте WDR.ru была напечатана статья о Darkness Time Travel. Под этим псевдонимом якобы прячется некто, кто прибыл к нам из Darkness Time Travel, и, конечно же, не просто так, а с важной миссией. Он должен предупредить людей об опасностях, которые нас ждут в конце 2023 и в начале 2024 года. Как говорится на сайте, это время различных неожиданных явлений, катастроф и стихийных бедствий. Все начнется 13 декабря этого года с крушения самолета. Об этой трагедии будет говорить весь мир. Половина пассажиров на нем погибнет. И это будет только началом конца. Огромная катастрофа нас ждет 28 сентября 2024 года. Пропадет много самолетов и лодок в районе Бермудского треугольника. Потом еще хуже, 19 октября 2024 года придет неизвестное облако и накроет вершину Эйфелевой башни. По прогнозам, явление продлится менее минуты, но принесет много горя. Эна Аларик из 2671 года. Сайт Лента.ру 11 июля опубликовал прогнозы пользователя TikTok Эна Аларика, утверждающего, что он прибыл из 2671 года. Он считает, что в 2023-2024 годах мир ждет ряд природных катастроф. Вот как он рассказал об этом времени. В мое время 2023 и 2024 годы признали худшими в истории с точки зрения погодных явлений. В декабре этого года ожидается некое невиданное природное явление, электрическая буря с градом. Это новый тип шторма, при котором град и молнии смешиваются, сотрясают и сжигают все, к чему прикоснуться. А после этого ожидается торнадо, ширина которого составит 19 километров. Будет уничтожен город Хьюстон, Техас. И это еще не все. Потом ожидается землетрясение в 9,8 баллов в разломе Сан-Андреас. Оно будет длиться 45 минут. Это землетрясение, которое потомки якобы прозовут Большой Джон, вызовет цунами высотой до 230 метров. Волна, утверждает Аларик, обрушится на значительные участки побережья штата Калифорния. А вы что думаете об этом? Верите ли вы таким предсказаниям? Напишите в комментариях. А мы надеемся, что данное видео было для вас интересным и полезным. Желаем вам здоровья и семейного благополучия. Дорогие друзья, если вам понравилось это видео, вы можете подписаться на наш канал и нажать на колокольчик. Также будем рады вашему лайку.